4 ноября мы на своем, так сказать, боевом посту с такими помощниками, мы прорвемся куда хочешь. Диманыч, привет передай. Всем привет, ребята, подписчикам канала нашего, гостям. Это мы находимся на участке Муравилевы, 25 соток, где делаем арки теплиц, будущих очень хороших теплиц. Это 5 метров высота, 10 ширина. Вот так выглядит уже готовая продукция. Ну, да, в поле. Мы красим грунтом, ответственно красим. Очень хорошее качество покраски, сами видите. Не то, что мазюкано. Используем краскопульт. Китайский хороший краскопультик. Ну, типа пылесоса. Не забивается ничего. И хорошая укрывистость материала происходит. Ну, нам нравится. Волшебный пылесос. У нас погода последний месяц вот такая и есть. Пасмурная, мглистая. Малинка себя ведет еще очень даже хорошо. Вон ежевика вдоль теплицы тоже стоит. Малинка стоит еще. Детки пережили множество морозов. У нас было. Но стоят. Все стоят. Стоят, да. Вот прогоны. Это шаг арок у нас метр. Вот один столбик, вот второй. Это прогоны. Прогоны ширина 30 сантиметров. Все, покрасить сегодня последнюю четвертую сторону. Как бы на этом закончился наше испытание. Вот сейчас дальше идет просто провар арок с обратной стороны и их покраска. Всего хорошего, всем добра.